Эти 80 тонн угля будут розданы лицам с ограниченными возможностями здоровья бесплатно. Каждому по 200 килограммов. Это 4 полных мешка. Я инвалид второй группы. Пособия на покупку угля не хватает. Сам я не работаю. В преддверии холодов такая помощь в самый раз. Мне 78, моему мужу 80 лет. Живем вдвоем. У меня инвалидность второй группы. Уголь мы не смогли закупить. Денег не хватило. Вот 4 мешка заберем. Его нам хватит надолго. Такая помощь угледобывающими компаниями предоставляется ежегодно. Причем помогают не только лицам с ограниченными возможностями здоровья, но и обычным жителям. Так, килограмм угля здесь стоит всего 2 сома 90 тиенов. Все жители имеют возможность купить уголь всего по 2 сома 90 тиенов. Всего для лиц с ограниченными возможностями на весь Алайский район завезено 600 тонн угля. Все будет роздано бесплатно. Помимо этого, в сельском совете в Гульча прошло мероприятие, организованное специально для таких людей. Им были вручены подарки в виде новых инвалидных колясок, а также приготовлен праздничный обед. Алтынбек Талантбеков, Жылдыз Болотбеков, Общественный первый канал, Алайский район.